Продолжаются беспорядки в Таиланде. По последней информации, многотысячная толпа штурмовала здание Дома правительства. А ранее взяла под контроль несколько телеканалов, блокировала здание МВД и ворвалась на территорию полицейского участка, где в момент находился премьер-министр Инглак Чинават. Главу правительства пришлось срочно эвакуировать. Ее местонахождение сейчас держится в секрете. Напомню, оппозиция требует свержения режима Таксина. 6 лет назад в результате переворота премьер-министр Таксин Чинават был свергнут, отправлен в изгнание, а затем заочно осужден. Но у власти осталась его родная сестра. Оппозиционеры уверены, что фактически страной руководит не она, а ее брат. Во время последней акции протеста погибли 5 человек, около 50 ранены. МИД Казахстана просит граждан временно воздержаться от поездок в эту страну.